Всем привет, дорогие мои друзья, хорошего вам настроения. Продолжаем играть в игру ПВЗ Герои. Так, у нас бесячая гонка, последняя миссия. И мы против бесячества сегодня будем играть. Так, хорошо. Ну, карты мне дали, конечно, не ахти. Будем выкручиваться. Эй, вечно зеленые, это битва с боссом. У боссов есть особые преимущества. Бесячество, например, уже себя клонировал. Но он также потерял минус одну карту. Сделайте его. Хорошо. Блин, вот этой только здесь не хватало мне, а. Ну, а мне, как говорится, и поставить-то нечего. Солнышко использовать? Ну, я его приберегу. Ладно, ребят, давайте пропустим ход. Ох, сейчас они мне всыпят, а. Минус 6, блин. Ладно. Так, мне дали шампиньон. Шампиньон. Угу. Ну, давайте, наверное, его вот сюда поставим. Они обменяются ударами. В общем, и получим мы опять 4 в лицо. Черт подери, неохота. Давайте тогда, наверное, солнце. Да, минус 1. Но водяного все равно мы не заденем. И он даст мне на 3. И останется у меня 11 хпшек. Так, ладно, хорошо. Давайте что-нибудь придумывать. Так, еще дали один шампиньон. У меня 3 солнышка. Так, что бы сделать? Ну, давайте, наверное, поставим с вами вот этот вот росточек вот сюда. Главное, чтобы его не подбили, чтобы он успел переродиться. И шампиньон. Так, что он там делает? Блин, бомбардир вылез. Хорошо. Обмениваемся ударами, и бомбардир падает. Так, у нас росточек, давай, расти, расти быстрее, ну. И кто у нас выходит? Рассада какая-то. Мне напоминает это брокколи почему-то. Так, ну-ка давайте уничтожим водяного, он нам здесь не нужен. И все, в принципе, хотя можем и этого подбить, но не будем, ребят, пригодится нам еще урон этот. Он применяет рикошет и возвращает мне в руку мое растение. Ах ты какой, а. Ладно, смотрите, наносит 2 единицы урона. И мы получаем плюс 1 до конца игры. Вот это надо использовать обязательно. Давайте вот на этом вот хмыреныши. Ну, подсолнух, жги. Малорик. Еще есть шансы. У нас абрикос есть. Плюс семейка. Так, надо нам, значит, сделать вот так. Выставим. И давайте, наверное, абрикос. Нам нужно наносить ему как можно больше урона сейчас в данный момент. Завершаем ход. И давайте, ребята, жгите. Отлично. Так, 15 хп у него, 14 и, блин, блок. Так, он размещает 2 бесячих клонов. Черт подери, а. Ладно, в принципе, по 1 хп у них должны справиться. Так, мне еще дали один шампиньон. Так, будем, наверное, с вами наносить урон. Минус 1 бесенок. И все, да? Тогда поехали. Тут обменяется ударами мой колокольчик с бесенком. И... так, 2. 1 и 4. 7 хп. Ребят, мы пока выигрываем. Воу, мне дали этот гриб, который растет. Отлично. Блин, вот это вот мне, конечно, не нравится. Вот это вот зомбариха. Сейчас она мне мой абрикосик-то и уничтожит. А так не хотелось бы. Ладно, нам деваться некуда, давайте атаковать. Блин, буквально, ребята, еще одного залпа нам не хватает, чтобы подбить. А смотрите, он ногти грызет, нервничает, бедный. А правильно, что нервничает, потому что ему, в принципе, уже карантарики. Вот она, моя семейка сюда попадает, и мы его расстреливаем. Да какого лешего, ну что ты укрепил своего зомбаря, как будто тебе это поможет. Конечно же нет, ребят. И вот мы побеждаем. Замечательно просто. Победа растений, кто бы в этом сомневался, награда. Так, 10 билетиков еще получили. Дети кукурузы. Ну и битва у нас была.
Но теперь все стало на свои места и стало своих размеров. Правда, кажется мне, что он еще вернется. А ну и пускай возвращается. И опять же получит от нас тумаков. Так, получить награды. Ничего у нас не вышло. Ага, вот здесь вот получаем 10 кристалликов, ребята. Отлично, 150 у нас уже. Новое задание. Ну и естественно, ребята, мы продолжаем. Так, засада на свалке. Это у нас новая уже. Это у нас глава вторая. И я не знаю, может быть мне... Что такое? А, опять какой-то комикс. Новое сообщение от безумного Дэйва. Тема «Ржавый разряд». По-моему, мне как-то уже удавалось сделать машину времени из металлолома. А теперь «Ржавый разряд» ищет запчасти для своей брони. Выгоните его с нашего газона. Угу. Хорошо. Будем выгонять «Ржавый разряд». Ух, будет, чувствую, жаркая битва. Опа, на какой-то мы свалке с вами, ребят, оказались. Я так понимаю, что вот эти вот бочки — это как бы возвышенность, да? Или же нет? Ну, по крайней мере, не на земле они должны быть. Давайте проверим, поставим сюда колокольчик. Ну что? Первая атака... Ага, первая атака за нами. Конечно, он, как всегда, начинает свои валуны тут катать. Вот незадача, ребята. У меня всего 2 очка, да? И я ничего не могу поставить. У меня нет таких карт. Хотя вот есть солнышко. Наносит 2 единицы урона. Угу. И плюс 1 до конца. Конечно, делаем это все. Очень полезная вещь. Так, вот теперь у нас все будет хорошо. По крайней мере, по солнышкам у нас будет преимущество. 4. Угу. Что он там выставляет? Надгробие. Так, а мы поставим, наверное, с вами абрикос. И вот сюда вот. И еще даже подсолнух можем выставить. Кто там вылупится из надгробия? Сумоист, зомби-сумоист, блин. Вот только его тут не хватало мне, а. Черт, ты посмотри, что он сделал, а. Он мне абрикос поменял местами. И укрепил своего этого. Охо-хо-хо-хошечки. Блин, ребята. Мне надо уничтожать его. Ну... Давайте быстрее. Блин, мишень. Ох, ничего себе, он тут понавызывал себе. Наверное, так будет невыгодно нам, ребята, потратить. Давайте-ка мы, наверное, выставим семейку. Фиг с ним, что они здесь обменяются ударами. Но, по крайней мере, не столько мы получим урона для себя. Ну, что у нас тут получается? Так, отлично. Ах ты, елки-палки, тот с броней был. Да что ж такое-то, мы всего одного зомби подбили с вами. И у меня, ага, вот, росточек дали. Но этого мало. Давить, что ли, а? Подождите, нет, нам нужно выставить, скорее всего, росток. Давайте вот сюда на бочку его посадим. Вдруг что-нибудь хорошее из него вырастет. И это будет нам в плюс. Ну, зато получим сейчас 4 урона. Тут как ни крути. Ага, дали мне гриб. Кто тут у нас вырастает? Не знаю, по-моему, какая-то свекла, что ли. Так, давайте, наверное, поставим с вами гриб. Вот сюда. Блин, этот зомби его подобьет. Да, хоть он у меня и станет. 1 плюс 1 это 2 в общей сложности. Так, и раздавить. А кого раздавим? Сумоиста будем давить. Отлично. Ну что ж, давайте приступать к бою. Да, конечно, жалко, что у меня сейчас гриб мой погибнет. Но зомбарь тоже погиб. Так, тыква моя будет... Ой, тыква, о чем я говорю? Свекла моя будет по 2 бомбить. Так, нам дали шампиньон. Хорошо, шампиньон ставим вот сюда и давим вот этого вот зомби. Потому что он у нас с броней. Отлично, хорошо. Завершаем ход. Так, 3... Что он опять делает? Да посмотри, он свои валуны, да ты достал уже катать, а? Вот хмырюга, блин. Так, у него 17 хп, у меня 14, мы пока проигрываем. Так, у меня еще один шампиньончик. Ну что он тут выставил, а, своего этого? Откуда он их берет вообще? И почему у него в руке еще 3 карты, а у меня вообще ни одной нету? Так нечестно. Все, пока, шампиньончик, ты был хорошим бойцом. Блин, а почему ты даже урона не нанес? Ага, мне дали абрикос, отлично.
Давайте его вот сюда поставим. Я больше уверен, сейчас что-нибудь он сделает такое, чтобы его убрать, моего этого абрикосика. Ну вот, смотрите, что. Зомби-астронавт. Ах ты, ну... Все ему в руку идет, а. Блин, ребята. Я даже не знаю. Так, сохранить сюда. У нас солнышко есть, да? Давайте, наверное, применять тогда уж. Хорошо. Астронавта мы поджарили. Вообще его уничтожили. Так, еще один абрикос. Вообще хорошо. Да что ты будешь делать? Теперь он зомби с этой коробкой на голове вызвал. Так, давайте, наверное, мы поставим вот сюда, посередочке. Хоть бы никого-нибудь не поставил, а? Ох, шикарно. Ребята, бомбим. Фигня это все. Так. Ладно, хорошо, обменялись. Минус абрикос, минус зомби. Так, вот здесь мы сейчас этого раздавим. Оу. Тут вообще 4 брони. Конечно, вот этого будем уничтожать. Нечего ему здесь делать. Ну что, растения, давайте атакуйте. Ага, минус 1 очко. Ё-моё, блин, опять у него щит. Что он делает? Что ты чудишь? Блин, он своим суперударом воспользовался. Ребята, уменьшил мой абрикосик. Так, ну зато мне дали тыкву. Тыква это хорошо. 6-5, это очень замечательно. Так, давайте сюда поставим. Ну-ка. Ты смотри. Как... Да почему у него все есть, а? Взял, уничтожил мне тыкву, охламон. Астронавт опять вышел. Ёлки-палки. Да, ребята, здесь, по ходу дела, мы проиграем. Хотя не факт. Так, 2 шампиньона на случайных линиях мы можем с вами вызвать. Давайте посмотрим, где у нас появятся они. Черт подери. Ну, другого варианта не должно было быть даже. Потому что там у нас, ребята, обрыв. Так, выставляем сюда. Ух, так, ну что. Минус 2 шампиньона сейчас у меня будут. Так, один готов. Сейчас и этого добьют. Ладно. Так, этого мы уничтожаем. Все пока у нас под контролем, ребят. Так, это у нас, по-моему, 3 урона, да, наносит, если я не ошибаюсь. Да, 3 урона. Так, кого бы мне убрать-то, а? Я даже не знаю. Давайте вот это вот, крайнего. Потому что у него броня, и его запаришься потом пробивать. Ну что, получаем 3 в лицо, ребята, с вами. А нет, вру, не 3, 2 всего лишь. Здесь сейчас обменяются они. Так, у него 7 хп, у меня 6. О, гриб дали, который растет. Давайте, наверное, вот сюда вот поставим, как раз на против зомби 1-1. Отлично, все будет у нас под контролем сейчас. Шампиньон, давай жги. Да что ж такое-то, опять у него, блин, броня. Он себе хп-шку восстанавливает, а, на 6 единиц, здорово просто. А у меня всего 4 хп. Звездец, вот что я вам скажу, ребят. Не зря мой подсолнух бедный аж дрожит. Так, ну что, мне дали маленький подсолнух. Давайте его сюда выставлять. Мы сейчас, скорее всего, с вами получим опять в лицо. Одну единицу, конечно, но это вообще неприятно. А почему астронавта мы не подбили? Я что-то не понял. Блин, вот фигня-то. Так, давайте сюда абрикос выставим. Жарим. Давай, шампиньон, бомби. Отлично. И я получаю супер удар. И зомби получает минус 2. Так, давайте применять на космонавте, на этом астронавте. Отличненько. Фу, еще, по-моему, есть шанс, ребята. Так, 2 и 4. Плюс у меня колокольчик. Да что такое-то, а? Теперь он этого вызвал. Бильярд, который играет. Ладно, здесь мы обменяемся ударами. И в общей сложности сейчас мы нанесем 6 единиц урона ему. Так, тут они поменялись. Ух ты, мы сравняли счет. Мне дали... Ага, росточек. Смотрите, смотрите, смотрите. У зомбаря, по ходу дела, нету ходов. И он, бедный, трясется. Тогда все, ему крышка. Ну, молодец, абрикосик. Добили мы его. Вот, пускай там сидит на свалке на своей. Победа наша. Так, еще получаем карточки. Так, получить награды. Ничего нам пока недоступно. Никаких наград больше нам не дают.
Так, ну что, давайте, наверное, мы с вами будем потихоньку уже потом переходить на следующую миссию. Ну, я хочу поменять, ребята, колоду. Мне кажется, вообще не поменять, а докупить. Можно же как-то здесь купить. Смотрите, офигеть, можно. Сколько здесь всяких этих новых карт будет. Просто зашибись. Посмотрите, сколько здесь героев. Травяной кулак, ночной колпак, роза, цитрон, зубостизила. Ну и зеленая тень, естественно. Так, ребята, будем, наверное, за нее мы играть, потому что у нее довольно хорошие карты. Плюс у нас идет там умножение по карточкам на x5. Очень даже шикарно. Так, вот что у нас здесь будет. Имеющиеся карты. Даже заморозка. Скорее всего, она нам пригодится. Получить наборы. Ну-ка, давайте-ка глянем. Оу, нет. Один набор 200 кристаллов, а у меня всего 150. Маловато. Ну что, давайте приступать уже к выполнению миссии. И против Зе-меха мы с вами будем воевать. Кто такой? Что-то я такого не помню, если честно. Так. Впереди Зе-мех, а вместе с ним и ракеты. Этот зомби-герой обожает использовать своих спортивных зомби. Чем больше они вырастут, тем больше очков он получит. Ага. Так, понятно, теннисистка тут вылезла. Кого я могу поставить? Блин, давайте вот этот использовать. Рикошет случайного зомби. Вот как раз мы ее сейчас и уберем с поля боя. Нечего ей здесь делать. Давай-давай. Вот так вот, отлично. Так, у нас только кто? Качаны. Ну, это нужно 2 очка. Вот, сейчас мы с вами и выставим качанчик. Опять он эту зомбариху выставляет. 2! Плохи наши дела, ребята. Придется качанчик подставлять под одну из зомбарих. Как ни крути. Иначе мы с вами получим 8 в лицо. А это очень много. А тут, по крайней мере, хотя бы 4 всего. Так, обменялись. Отлично. Так, ну... Давайте тогда бронявого поставил, а? Плохо это все дело. Еще этого дурачка выставил. Блин, я не знаю даже. Придется нам пожертвовать капустой. Так, поставим мы вот сюда, на бочку. Так, 2-4 стал, замечательно. Ну и пенек. Пенек, куда бы нам влепить? Мне очень не нравится зомби 2-2. Причем он с броней. Тогда давайте напротив него и поставим. Поехали. Так, что он сейчас тут будет придумать? Ничего, хорошо. Давай, качан, атакуй. Так, пенек мой пока выстоял. Один удар, ладно. Так, хорошо. Ну что, опять надгробие вставляет. Так, растение получает 3+3. Так, давайте-ка мы, наверное, с вами вот это вот поставим сюда. Вот так-то оно будет лучше. И теперь уже усилим. Так, 5 и 6. Отлично. Кого бы он там сейчас не поставил. Эй, дурило в мусорном этом ведре. Так, он опять чудит, ребят. Ну вы посмотрите, а. Уничтожает просто мои растения на корню, гад. Этот бросается крышками, на. Ух ты, у него отражение удара. Зашибись. Так, 5 единиц по средней линии. То есть вот этого зомбаря мы можем с вами снести. Даже броня ему тут не поможет. Так, ну что, качанчик, ты у меня на 5 готов ударить? Плюс у нас гриб-молоток. Вот сюда мы, наверное, поставим. Нужно наносить урона и как можно больше, ребят, еще раз повторю. Да что ты будешь делать? Ты посмотри, что он творит. Своего строителя этого... А это что такое? Это что-то новенькое. Оп! Поменял еще к тому же местами. Такой нелепый был обмен. Хорошо. Так, ну этого мы снесем. Это для нас не проблема. Давайте еще укрепим свой цветочек. 3+3. Вот, вот это другой разговор. Сейчас, если мы даже обменяемся, да?
минус зомби и еще 4. Все. Мы практически сравняли, ребята, жизни его с моими. Так, мне еще горхострела дали. Ух ты! Это же просто обалдеть. Хе-хе. Сейчас мы будем и по этому попадать, и по меху. И вот этот чувак, который у нас там с мусорной крышкой на голове. Так, шикарно. Цветочек давай, атакуй, молодец, умница. Так, если он сейчас... Оу, еще один горхострел. Все, ребята, ему кранты, поверьте мне. Я его вот сюда вот ставлю, укрепляю. Давайте его же и укрепим, горхострел наш. 4-8, все. А нет, не все, ребят, не все. Хотя, подожди. 8-9, 9, блин, одного урона не хватит. Жаль, жаль, конечно. Ну, поверьте мне, он здесь далеко не попрыг. Да что ты опять тут делаешь-то? Чтоб тебя разорвало, а? Механоид, хренов ты. Так, у меня еще один грибочек. Даю другому растению 2 плюс 2. Это как раз кстати будет. Естественно, горохострелу, ребят, естественно. 3 и 4, это будет... Нет, не 4. Мы сейчас обменяемся. Так, минус зомбарь. Минус второй. Оу! Это как же так у нас получилось-то? Что-то я не понял. Ну, в любом случае, ребята, я поздравляю нас с победой. Все очень хорошо. Х5, 50 карточек получаем мы с вами. Интересно, какие дальше у нас будут задания? Получить награду. Конечно же, получить. О чем ты спрашиваешь еще? Теперь вы можете менять 4 стартовых карты в начале каждой игры. Вот это хорошо, это просто замечательно. И задание у нас выполнено. 160 у нас кристаллов. Так, да прибудет горох. Так, ребята, у нас с вами третья миссия. Засада на свалке. Ну, я думаю, что мы будем уже играть ее в следующий раз, в следующей серии. Вы мне пишите, ребят, в комментариях, понравилась ли вам эта игра и хотите ли вы видеть продолжение. Если да, то так и пишите. Хочу! Прям в комментариях, и мы будем дальше снимать ее. Так, зеленая тень, супер мозг, бабах, бета-каротин. Короче, это у нас герои, которые еще не открыты. Ну что же, а на этом я буду завершать свой выпуск. Всем большое спасибо за просмотр. Увидимся в новых сериях. А на этом все. Всем пока и удачи вам, ребята.